выходят участники следующего матча Ростов и Липецк. Сейчас играли, нет, еще у нас будет, по идее. Кирилл, иди одеть. Ну, наверное. Я, блин, не знаю. Играем, играем. Попытка 5-5.
останавливает встречу Кирилл Умархамидов. И Илья Чернышов готовится к тому, чтобы выбить мяч в аут, заработать там коридор, покинет ли мяч поле. Да, все-таки выходит за пределы поля. Коридор в пользу Липецка под занавес первого тайма. Сейчас 5-5, и команды начали все сначала. Дмитрий Власов на позиции вбрасывающего. И вот так отдают свой коридор липчане. Ростов получает теперь уже возможность под занавес первого тайма выйти вперед. Посмотрим, что придумает Петров. Выиграет время для своих партнеров. Гость уже через передачу внутри. Хорошо, Бушиев двигается вперед. Нужна поддержка. Роман Петров тут как тут. Передача на левый фланг. Савелий Черемных. Черемных дальше. Гость уже. Петров. Тактика мелкого паса у Ростова. Через короткий пас, короткие передачи. Кудинов ищет возможность для того, чтобы пройти линию преимущества, пройти эту линию достаточно неплохую у Липецка. Петров шире на партнеров. И здесь Гостюжев ошибается. И на этом все. На этом заканчиваем мы с вами первый тайм. 5-5. Упорнейшая борьба. И смотрим за передачей, которую выдал Юрий Гостюжев. Да. Это, конечно, для хайлайтов, для лучших моментов второго игрового дня, либо второго тура чемпионата России по регби-7. 2 минуты перерыв и возвращаемся. Илья Чернышов на наших экранах. Игрок, который сравнял счет в этом матче, сольный проход которого мы с вами наблюдали, который вы наблюдали без звука. Но вот сейчас как раз таки есть возможность вернуться к этому эпизоду. Удар очень неплохой, переходит он 10 метров, самое главное. И здесь уже можно вот так, выстроив линию, централизованно попытаться выжить соперника, попытаться зажать его на своей половине поля. Но с этим не согласен Рашид Магомед Саидов. Убирает он двоих, двигается дальше вперед. Дальше даже Степанов не может остановить его. Но посмотрим, сколько же будет продолжаться это продвижение от Рашида Магомед Саидова. Только сейчас передачу отдал Кудинов. Кудинов давит линию очень даже неплохо. Защитный рак. Здесь мешается игрок Липецка. Да, тут же получает штрафной как раз-таки Чернышов. Быстрый розыгрыш от Кудинова. Двигаемся вперед. Петров. Бабаев на поле появился. Передача шире. Рашид Магомед Саидов. Бам! Отправляется на газон стадиона «Центральный». Сергей Степанов после контакта от Рашида Магомед Саидова. Двигаемся дальше вместе с Ростовом в 22 соперника. Очень-очень прилично выглядит Ростов. Это отличная атака ростовчан и заканчивается на попытке. Ну, конечно, логичное развитие событий. Все правильно, все по делу. Минуту понадобилось повладеть мячом ростовчанам для того, чтобы добыть эту попытку от своей зоны, от своих буквально 22-х. Из своей зоны вышли они на руках. И вот так планомерно с одного фланга на другой достигают заветной цели. Итак, сложнейшая реализация для Михаила Кудинова. Правее ворот мяч проходит. 10-5. Вопрос о моральном состоянии сейчас липчана и физическом тоже. В принципе, после первого дня накопилась определенная усталость, накопились ссадины, ушибы, болячки. Ну и сейчас определенная замена производят тренерские штабы. Давайте по скамейкам запасных. Липецк, это Александр Кобзев, номер 1. 18-й Ираклий Сванидзе на поле уже появился. Номер 22-й Артем Новиков. 6-й Евгений Галкин. И номер 5-й Вадим Кротов. Ну вот сейчас, про что я говорил, досадная ошибка от Ростова. Вынуждены они будут защищаться на своей половине поля после этого розыгрыша штрафного. Сергей Степанов. Шире направо Артем Брыкин. Брыкин здесь уступает, конечно же, в габаритах Рашида Магомед Саидова. Здесь нарушение правил. Александр Убушиев. Но здесь Сванидзе шире. С трудом, но все-таки останавливается Попов. Через землю. Получится ли мяч оставить у себя? Тимиев на позиции 9-го. Сванидзе. Сванидзе по первому каналу. Кобзев.
Кобзев сам через первый канал и хорошо проходит, то есть освобождается от захвата. Раз. От Романа Петрова не получается уйти. Вадим Кротов, шире Сванидзе. И Артем Брыкин хорошую ручку ставит и завершает эту атаку попыткой. Отличный матч мы с вами смотрим. Что Ростов, что Липецк показывают такие красивые академичные атаки, многофазовые. Контроль мяча без потерь. И заканчиваются атаки, конечно же, попыткой. Всегда мы знаем в регби 7, да и вообще в игровых видах спорта, легче атаковать, чем защищаться. Ну и, конечно же, вынуждают вот такими прогонами, вот таким контролем мяча ошибаться соперника, ошибаться в первую очередь в защите и пропускать попытки. Ираклий Сванидзе. Важная реализация в любом случае. И 12-10. Липецк выходит вперед. На 11-й минуте матча смотрим за повтором этой попытки, за ее заключительной частью. Сванидзе. Передача на Брыкина. Брыкин хороший сайдстеп. Убирает он и Гостюжева, и Петрова. И противостояние 1 против 2. Выигрывает Артем Брыкин и приземляет попытку. Липецк, еще раз повторюсь, впереди. 11-я минута матча. Начальный удар. Нужно, конечно, чтобы он проходил. Несколько начальных хороших было от Сванидзе в первый игровой день. И сейчас, получается, наилучшим образом можно было побороться, что и делал Кобзев. Но Алексей Закирко, который на поле появился, оказался более успешным в этом игровом эпизоде. Ростов продолжает свою атаку. Бабаев ошибается. И эта игра вперед. Это схватка. Вадим Кротов вместе с Тимуром Тивиевым что-то обсуждают. Готовят, возможно, что-то интересное. Вопрос, как проиграла стрела Ростова вчера, так же проиграла, в принципе, как и во время спартакиады. Едем дальше. У нас интереснейший матч. Это Липецк против Ростова. Липецк с мячом. Плюс ко всему еще нарушение правил от ростовчан. Здесь, благо, не было ошибки досаднейшей во время розыгрыша мяча. Сергей Степанов. Хороший оффлоу. Дальше также оффлоу. Есть преимущество на левом фланге. Можно попробовать здесь сольно что-то придумать. Это Александр Кобзев. Тимиев шире. И Чернышов разбирается в этом эпизоде наилучшим образом и приземляет попытку по центру. Это дубль от Ильи Чернышова. Это 17-10 и, возможно, точка в вопросе о победителе в этом матче, потому что времени остается крайне мало у Ростова для того, чтобы отыграть целых две попытки. Браво, Липецк. Хорошо сдюжили во втором тайме. Возможно, правильные замены. И, конечно же, правильное решение на поле. Ростов минуту будет иметь в запасе для того, чтобы хоть как-то постараться реабилитироваться в этом матче. Точная реализация 10-19. И попытки с реализацией не хватит ростовчанам. Смотрим за повтором предыдущего результативного розыгрыша. Да, Алексей Закирко вылетает здесь. Вылетает он на второго принимающего, на Артема Брыкина. Но и абсолютно один остается Илья Чернышов, который эту попытку и приземляет. Начальный удар. Ираклий Сванидзе. Здесь можно уже рисковать. Но, в принципе, если он выполнит начальный, как он выполнял до этого. Ну, дальний удар. Отличное решение. Почему нет? Вот оттуда пускай начинает Ростов. И своих 5 метров на руках. Здесь еще нужно добежать до чужого зачетного поля. Роман Петров. Передача шире. Рашид Магомед Саидов на себе. Передача на Петрова. Петров сам. Бабаев в поддержке. Можно давить линию. Можно более агрессивно атаковать. Что и делает Ростов. Алексей Закирко на позиции 9 через Бабаева. Бабаев дальше на Магомед Саидова. Бабаев шире. Ложный крест. Ираклий Сванидзе получает здесь мощнейшую ручку от Алексея Закирко, но все-таки буквально за шнурки останавливает второго. Рашид Магомед Саидов. Бабаев мяч забирает, несмотря на неточную передачу. Петров. Неточный пас. И Роман Петров не справляется с этой передачей. Недоволен, конечно, Роман Петров этим эпизодом. 10-19. И на этом все. Ростов
терпит поражение, несмотря на преимущество после первого тайма. Липецк вырывает победу, волевая победа липчан.